После работы я зашел в мечеть помолиться, увидел барсетку. Я денег не считал, но там была крупная сумма денег, и паспорта, визы там у него были, ключи какие-то. По его словам, вся его жизнь была в этой барсетке. Документы, ключи, паспорт, визы, деньги. Это было сделано не для благодарности. Я думаю, каждый истинный мусульманин должен поступить именно так.